На данный момент это центр Москвы, вон Третьяковская галерея. Посмотрите, какие отходы в Москву реку сливают. Жители сняли поток жидкости ядовитого оттенка, вытекающий из канализационного отверстия на Причестинской набережной. В реке люди боятся летом купаться. Вот Собянинская Москва в своей красе. ЧП в России. Новости в живом формате. Обязательно подпишитесь на нас.